Так-так-так, ребятки, а вы знаете, где самые выгодные цены на ключи для игр? А где самая быстрая доставка товара? Где при открытии 5 случайных ключей за 149 рублей могут выпасть игры, которые стоят по 2000? А может быть GTA 5 за 299 рублей? Или испытать удачу всего лишь за 49 рублей и получить возможность достать ключик от GTA 5, DayZ или Fallout 4? Все это и даже больше на bookingcase.com. Ссылочка в описании. Здорово-здорово, ребят, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по BeamNG Drive. Друзья, ну что ж, я вас хочу сначала, вот в самом начале серии, поблагодарить очень сильно, сердечно, прям благодарю вас, обожаю. Мы реально с вами смогли это сделать на прошлой серии. На данный момент, на прошлой серии BeamNG набралось 37 тысяч лайков, и это очень круто. Правда, рекорд, по-моему, мы все-таки чуть-чуть не побили, 38 тысяч на какой-то серии, если не ошибаюсь, есть, но это очень круто, ребят, спасибо вам большое. И вот... Я не буду просить, как бы, к этой серии там набирать рекордное количество лайков, но я буду вам очень благодарен, если каждый из вас все равно нажмет пальчик вверх, потому что вы все любите эту игру. Я очень рад в нее тоже играть. И вообще она. Ну, это шедевральная игра, которую мы все любим с вами. Любим играть на нее, в смысле, играть в нее, смотреть на нее. Ну, вы поняли. Короче, сегодня в чем соль серии? Открываю я автомобили. Я тут скачал две модельки, по-моему. Вот самое главное, это GTA Dune. Собственно, вот эта вот тачка рампа. Ну, думаю, что все прекрасно уже о ней знают. И также еще здесь должен быть этот самый Legrand Universal, друзья. С прицепом, если не ошибаюсь. То есть я их еще не тестил специально. Сейчас будем вместе. Может быть, он сюда добавился. Давайте посмотрим. По-моему, он должен быть самостоятельной моделькой. Ух ты, ебать, сколько их модификаций этого Леграна, смотрите, но, по-моему, это все стоковое, значит, он должен где-то быть отдельно. Там, в общем-то, универсал вместе с... Так, а тут по дате нельзя отсортировать, я просто его не вижу, что-то, честно говоря. Вот, ну ладно, не суть важно. Короче, чем мы сегодня займемся? Еще другой сюрприз в том, что я закачал еще новые локации, новые карты, и мы их тоже сегодня будем с вами смотреть. В конце его нет, ладно. Потом увидим. Давайте мы возьмем сейчас херочи вот этот SRB-4. Какой-нибудь топовой модификации, но только не Hill Climb. Предлагаю взять вот эту вот. Например, ну, такого цвета пойдет. И карта, друзья, сейчас просто ностальгия, на самом деле у многих может быть. Карта это из Driver 2. Игра Driver 2, которая довольно-таки неплохой была, эксклюзивом для PlayStation. И знаете, честно, моя... Вот как-то... Когда мне было, я не знаю, сколько тогда лет, когда эта игра была, я очень хотел себе PlayStation 1, но у меня его не было. У меня не было PlayStation, у меня был только ПК в то время, и я играл в первый драйвер. Это была... Ух ты, фига себе, у нас бачком заходит эта тачка, хоть и полный привод. И мне очень нравилась игра драйвер, и первые части вообще просто. Я еще у меня был Windows 95, я в детстве очень сильно любил играть, это была одна из первых моих игр. Вот, драйвер 2, фига себе, тут прямая, смотрите, что тут можно творить, офигеть. Драйвер 2 я не играл, потому что он был только на PlayStation. Драйвер 3, как только он вышел, я тоже на ПК играл. Драйвер Сан-Франциско, ой, фу, блядь, драйвер Parallel Lines, параллельные линии, тоже довольно шедевральная игра. И сейчас, по-моему, нас спрятался, ой-ой-ой, что сейчас будет? Сейчас будет жесткая авария, ебать, красиво, красиво, ух ты. Фига тут огромный, реально, тут Чикаго целый, блядь. Тут реально целая городишка. Смотрите, как мы распидорасили машинку. Ну вот. И поэтому, друзья, для меня серия Драйвер очень многое значит. Вот кроме последней части Сан-Франциско, или как она там называется, город в стиле диско. Ну, это последняя дебильность с телепортацией. Короче, что-то уже не то пошло. Вот что может, друзья, бордюрчики эти делать с автомобилями. Так, давайте, знаете, как я сделаю? Я сейчас... У нас вот эта прямая, и нам она, скорее всего, сегодня послужит, потому что мы с вами займемся следующим. Мы делаем, спауним вторую тачку, у нас рампа не просто так, машина-рампа. Мы ее спауним, я, кстати, еще даже... Я и в GTA-то на ней еще не катался. Надо будет, кстати, записать, ребят, я прекрасно вижу ваши комментарии, к GTA мы обязательно скоро запишем, вот. Что-то медленновато она едет, и посмотрим, насколько она сможет реально... подкидывать автомобиль. И слушайте, я предлагаю вас поступить следующим образом. Значит, у нас, наверное, все-таки на тачке-рампе пускай будет бот. Мы же возьмем, поедем в другой конец. Слушайте, прям эта прямая как-то прям кстати нам в этот раз сегодня понадобится.
Полностью эту карту мы изучим как-нибудь потом, но вы видите, что здесь очень большая локация, в принципе, еще впереди какой-то город, и я так понимаю, что он никак на фоне просто изображен, в него можно заехать, но нам сегодня интересна эта прямая, и сегодня будет весело, друзья. Так, мы, пожалуй, здесь где-нибудь развернемся, сейчас главное не в столб никуда, хотя, в принципе, для эпичности. Арабский дрифт, кстати говоря, можно здесь намутить на этой прямой. Все, пожалуй, здесь, Ctrl-R. Машинка у нас остается. Давайте мы даже ее. Подождите, на какой полосе стоит? На вот этой полосе стоит. Прям ровно по прямой попробуем. Давайте, Ctrl-R. Итак, будем тестировать сегодня различные тачки на этой рампе. Значит, я делаю следующее. Нам нужно включить бота. Чтобы включить, мне нужно сделать парочку махинаций, друзья. Махинации. Мне нужно apps. Apps добавить. Где? Куда он опять спрятался-то, этот AI? AI-контрол. И контрол, окей, все. Так, и делаем мы следующее. Рандом? Да? Так тоже пойдет. Ну, давайте попробуем первое испытание, друзья. Я просто вот на этой машине с замечательным номером пошел нахуй, который мне очень нравится, кстати говоря. Это мой ник вообще сейчас в стиме, но я не знаю. Ну, ладно, нормально. И вот этот вот замечательный автомобиль, как у нас будет... Хорошо, сейчас лети... Ух ты, ебать! Вот еще и со взрывом! Ебаница! В Ниццу улетел малыш отдыхать и не вернулся. Смотрите, что происходит. Охуеть! Действительно, мы подлетели, не сказать, что высоко. Меня заебывают эти фризы. И приземление на крышу. Машина горит, горит, все у вас пылает нахуй. Какой-то просто... Просто какой-то ад происходит. Машине это, в принципе, похуй. Она крепкая довольно-таки. Мне понравилось. Мне, честно говоря, друзья, понравилось. И пока он разгоняется, мы возьмем... Давайте победителя недавнего нашего конкурса. Пока я сейчас ищу, правда, у меня уже въебутся. Альмера Классик, друзья. Сток... Нет, конечно же, Классик. Реплейс. И вы помните, наверное, скорость этого автомобиля. И сейчас что-то будет жесткое, потому что... Ту скорость, которую можно разогнать, развить на этом автомобиле, вот на этой бешеной табуретке... Смотрите, пиздец, коробка просто не справляется с таким... Крутящим моментом. Ух ты, блядь, а вот сейчас что-то будет опасное. Ой-ой-ой-ой. Боюсь я представить, что мы мимо полетим, но это должно... Хо-хо, увернулся. Смотрите, Альмерос. Это, кстати, вот новая комплектация, да. Новые доп-опции добавили только что вот на дилере Nissan. Самоуходящая хуйня называется. Прям так стоит 5000 рублей всего лишь, кстати. Одной купюрой можете заплатить. И вот в случае, если на вас тачка с рампами несется, машина, ну то есть Nissan Альмера, сама... Посмотрите на этот спидометр, который просто ломается от этой скорости. Обороты на максимуме. Это вообще стейдж 10, блядь. Альмера стейдж 10, друзья. 306 км в час, она становится неуправляемой, сука! Ой-ой-ой, колеса, блядь! Охуеть. Намотала. И сейчас этот гражданин... Хуя себе, он дрифтер, блядь, такой навалил бачком. Бэтмен, блядь. Хорошо, ладно. Все-таки наша задача подпрыгнуть на Альмере. Мы как бы не просто так все это делаем, поэтому мне надо контролировать свой оргазм, точнее, газиком работать поаккуратнее. И знаете, это, конечно, сложно, но... Сука, нет! Знаете, это такое, типа, ну иди сюда, сука, меня столб остановил. Так, подожди. Давай мы сделаем так. Мы подождем, пока тот чел разгонится. Вот если бы он ехал еще тоже быстрее, было бы эпичнее. И сейчас мы так вот невзначай, я думаю, что пора. Попробую вообще рулем не крутить, но это нереально, потому что ее вот сейчас уже сносит правее, но мне кажется... Тихо. Тихо, пожалуйста, тачка, тихо. Вот сейчас, ну хотя бы на этой скорости... Блядь, да как? Ну я только чуть-чуть нажал на газик и ее уже распидорасил. Нет, бэм, лобовушка. Нормально. Кстати, бьется Альмера не так уж и сильно, но... Фух, слушайте, ну давайте попробуем, ладно. Я даже не знаю, как лучше. То есть, понимаете, если я буду ехать с маленькой скоростью... Я потом не смогу ускориться резко. Вот таким вот образом, только если ускоряться. Но это тоже как-то не очень интересно. Конечно, хочется Ну давай, 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 давай. Хотя бы, ладно, на какой-нибудь скорости. На, нахуй! Альмера! Зачпукала этот рамп! Она просто, знаете, высунула железный такой флаг. Просто такая, меня не остановить. Эта тачка уникальна, друзья. Она просто послала нахуй нашу тачку с рампами и сказала, типа, не, мужик, иди-ка ты нахуй, и вместе со мной ты полетаешь сейчас. Посмотрим, что теперь сделает тачка с рампами, с этой малышкой. Давайте даже красиво сейчас сделаем все. У нас как бы это... А, и правда, его сейчас, я не знаю, мне кажется, сейчас Альмера как камень останется стоять, а та хуйня сложится. Разгоняется, и вот сейчас что-то будет. Итак, смотрим. Смотрим, дорогие друзья.
Ну, знаете ли, и смотрите, Альмера отправил его в столб, да? Нет, повезло. Ну, красиво, вполне себе, неплохо. Альмера распидорила прям-таки до конца. А наш дорогой... О, даже перевернулся. Как можно было перевернуться на тачке с рампом? Казалось бы, он не станет на колеса стопудово. Да, друзья, вот такие вот чудеса у нас происходят в сериях BeamNG, вот поэтому мы эту игру и любим. Хорошо, следующий испытуемый, кто мы будем, кто будет подлетать у нас? Давайте это будет Гаврил Берстоун и Берстоун только, который у нас превратится в драк. Да, друзья. Да, это будет эпично. Это будет эпично. Это просто схватка двух титанов. И знаете, вот этот вот бешеный чемодан, который развивает довольно-таки неплохую скорость, сейчас должен улететь просто к хуям собачьим. И попробуем бочком. На нахуй! Получил! И за столб зацепился. Разорвал тачку. Просто. Просто разорвал. А этому похуй. У него, в принципе, повреждений никаких-то и не происходит особо. Так, а если из-за руля попробовать на эту хуйню всю взглянуть? Или нет? Мы сейчас попробуем сделать еще экстремальней. Что увидит тот, кто едет на тачке с рампами в момент, когда в него врезается Дракстер? Так, сейчас будет эпично, друзья. Посмотрите. Ну, он... Блядь, пиздец. На, ебать! Ебать, что-то как-то не особо подлетели, по-моему, мы. Фига его просто сразу взрывается и... Охуеть. У меня крашнулась игра. Ну как крашнулась? Относительно. А, да, в принципе, я ее починил сразу же. Так, пускай у нас тачка с рампами ускоряется, а мы попробуем. Где же этот универсал, который я установил? Почему я его тут не вижу? Странная хуйня на самом деле. Он должен быть с прицепом сразу, вроде как. Я либо его не увидел, друзья, извиняюсь, но видите, как бы тут много машин. Так, хорошо. Давайте мы возьмем Легран обычный. Сейчас, по-моему, въебется там в машину. Легран обычный, это у нас... Легран обычный тоже я потерял, где-то слева, вот он. У нас, по-моему, уже... Как-то мы особо подлетели, так, малыш, успокойся пока, временно. Вот, я Легран нашел. Нашел Легран, вот он слева тут был. Мы возьмем, какая у нас самая быстрая версия универсала? Спорт V6. Спорт V6, пускай он будет черный сарай. Вообще охуенчик должно смотреться. Реплейс. Смотрите, друзья, сейчас будет супер четкий универсальчик. И, знаете, нам еще надо бы подцепить к нему фургончик. Что-то как-то черный цвет он не захотел краситься. Как он ускоряется? Ух ты, ёпта. Передний привод, жалко, конечно. Но сарай неплох. Такая шлифовка неплохая. И вот сейчас, друзья, а давайте попробуем сделать красиво. Ух ты, ох, бля, ебать его, я думаю, что разорвет. Разорвет на две части. Вот это сосисочка получилась, друзья. Вот так вот наш... А кто загорелся-то? А, это он загорелся. Просто тачка-убийца, смотрите, что она делает с машинами. Ужас какой-то, просто ужас. Так, ладно. А, и в итоге, можно ли подцепить этот трейлер? Потому что я так понимаю, что он... Вот он отдельно, Spawn New... Эмпти стандарт. Как мы его можем подцепить тачкой? По-моему, как-то мы его... Бля, сейчас что-то будет. Подожди, чувак, не едь еще. Так. Фига себе, какой я полицейский разворотик-то сделал. Так. Я забыл какой-то кнопочкой цеплять, правда, но... Бля. Жестко, конечно. Можно как-нибудь сделать? Знаете как? Я придумал. А, можно я сделаю вот так вот? Нет? Блять. Да, Блять, цепанись нахуй, сука, цепанись, блядство, уёбский карнавал. По-моему, сейчас что-то будет. Твое лицо, когда ты нихуя не сумел сделать, еще и, блядь, пиздец. Да, охуенно, да, спасибо. Угу. Может этот фургон сам передвигаться? Этот, блядь, вообще ненасытный, смотри, сейчас с этой стороны колесо тоже вырвет, нет? Не, не вырвал, у нас просто одно колесо осталось так-то, а так все заебись. Фига он просто, блядь, псих. Перевернул еще меня, вообще охуел. Так, ладно, пускай этот фургон тут стоит тогда, а мы сейчас займемся следующим. В итоге, если этот универсал просто сам по себе разогнать, у нас сегодня такие полеты. Давайте попробуем, что из этого получится, друзья. Фух, и напоследок, наверное, мы сейчас еще несколько тачек поподкидываем, и напоследок я попробую подрифтить здесь по местности на этом 200SX, который дрифтовый. Должно пиздато получиться. Так, ну чё, сукин сын, готов жрать говно? Ух, бля, по-моему, я сожрал говно, причем лепеху конкретную, друзья, потому что опять вот боковой удар, и в этот раз со стороны водителя просто к чертям весь пол разорвало, посмотрите, ничего не осталось. А он катается дальше, шумахер ебучий.
Пиздец, просто наваливает там. Так. Ну да, красиво. Красиво, мне нравится, в принципе, вид. Угу. Сарай наш сгорел дотла просто, походу. Так, ладно, давайте пока тот катается, чел, мы выберем следующую тачку, которую будем разрывать. И пускай это будет... Наверное, попробуем копуску как-нибудь красиво подкинуть. Да, пожалуй, полис пакейдж. Пакейдж, блядь. Реплей... Икнул, сорян. Чё-то белый цвет перекрасился. Во! Так, малыш, а тебя надо восстановить. И наши дорогие, любезные копы, которые, к сожалению... Кстати, подождите, а может быть... Фан став... Я боюсь нажимать на этот Петросян мод, подождите. Электрикс. О, бля. Так мне больше нравится. Только единственное, скорость сейчас не будет, но это не важно, потому что сейчас будет пиздец. Я из-за руля посмотрю. Полиция Майами. Ебать, полиция Чикаго, правда. Слушайте, ну как-то не подкидывал на самом деле нас. Как-то он не особо желает подкидывать нас, но... Главное, что этот фонарик остался. Так, ладно. Чувак, давай-ка по полной программе мы сейчас займемся с тобой веселыми делишками. И вот сейчас надо развить максимальную скорость, чтобы как-нибудь красивенько... Здесь, кстати, на этой карте, согласитесь, очень круто будет погоню устраивать. Реально. Вот, кстати, я думаю, что, ребят, если вы хотите... Ну, вообще, бимка, она не ограничена, в принципе, в возможностях. И можно придумывать все новые и новые вещества. Вещества, что... Ну, какой-то такой подлет из-за того, что машина, возможно, у нас низкая. То есть, не это, это понятно, а вот эта машина должна быть повыше. Давайте мы возьмем что-нибудь... Так, что у нас есть высокое и пиздатое, что можно разбить? В принципе, у нас тут много машин каких есть. Слушайте, ну давайте попробуем фургон. Ну, он, по сути, должен подлететь вообще смачно. О, оффроуд. Да, это то, что нужно. Реплейс. Друзья, черный оффроудовский фургон. Что может быть в пизже? И эту тачку мы устанавливаем. И... О, неплохая динамика, кстати, смотрите. Действительно подготовленный малыш. Да, чувствую, он полетит высоко, ребят. Делайте ваши ставки. Мне кажется, он взлетит, так взлетит конкретно сейчас. Потому что... Фух, мы довольно лифтованные. И сейчас... Да... Да, мы сейчас взлетим. Мы сейчас, черт возьми, взлетим. Я даже хочу посмотреть на это вот с этой стороны. Ну да, вот так должно и происходить, в принципе, все. Смотрите, как красиво мы улетаем. И, пожалуй, я сделаю следующее. Да, смотрите, пиздец, красиво. Вообще охуенно. Только почему-то, знаете, у нас сейчас будет бум. Бля, почему именно той стороной? Я думал, мы жопой. И знаете, самое смешное, что машина... О, щит, мужик! Окей. То есть он мне просто все покрышки пробил. То есть у нас колеса-то, в принципе, не отлетели. У нас пробились покрышки от этого свирепого человека, который управляет тачкой с рампами. Тачкой с рампой. Да, потому что она одна. Слушайте, ну давайте, турбо наш фургон. Еще разок попробует против нашего. Слушайте, а если, знаете, как задачу поставить? Улететь в воду. Это реально будет? То есть нам нужен вот такой вот угол примерно? Нет, ну почти. И сейчас будет что-то жесткое. Мордой бабэмс и жопой бабэмс. Морда, жопа и... О-о-о-о! Ебать, он загорелся. Бензобак, походу, прохуярился. И там еще пламя вдалеке. Красиво. Ничего не скажешь, красивенько довольно-таки. Так, ладно. Ну что, надо, конечно, я думаю, что все хотите машины побыстрее. Какие есть... Ой, зря я его тут восстановил. Ну хотя, ладно, он теперь ближе к нам. Какие есть у нас машины побыстрее, чтобы еще раз попробовать крашнуть конкретно... Их друг с другом. Слушайте, а если против друг друга они... Не, ну хуйня будет, конечно. Хилл Клаймп, но он низкий. Пиздец. Драгстер еще у нас есть, да? Помимо Гаврила у нас еще есть... Гавриил, интересно. Так, Мунхоук, да. Мунхоук, который, кстати говоря, быстрее, чем тот... Чел. Та тачка. Мы сейчас сделаем следующее. Так, поехали, попробуем. И потом я подрифчу и, наверное... Че он в столб-то приехал? Что-то не хочет, смотрите. Так, подождите. Стоп. Чейз. Во, поехал. Немножко, правда, он с другой стороны, но я думаю, что его ничего там не смутит. И, друзья, сейчас, да, вот так, по-моему, лучше расстояние, когда он поближе. И сейчас мы должны... О, йо, вот это мне больше нравится. Вот это мне однозначно нравится больше. Столб. Ровно, четко, конкретно в столб влетаем мы. Охуеть. Так, ладно. Слушайте, вот это он бешеный, конечно. Ебать его, кренит. Просто как собаку резаную. Так, в смысле, не резаную. Ну, в смысле, да, собаку. Ну, короче, нормально. Опа! Словил я маслину и полетел. Неплохо.
Неплохие повреждения, я вам скажу так. Колесо быстрее нас, оказывается. Так. Ну, заебись, в принципе, чё. Так, друзья, ну и напоследок, как я обещал, я, пожалуй, восстановлю эту тачку. Мне даже интересно будет, что он будет со мной делать, потому что как он справится с тем, как догнать меня по всей карте. А мы возьмем Ibisu 200BX и попробуем вальнуть бачком на нем напоследок, потому что красиво должно демон. Простите, я не видел эту модификацию этого автомобиля. Что-то еще новенькое добавили, что ли? Ну-ка посмотрим. Так. Демон это у нас... Блядь, тихо, отъебись от меня. Демон, я так понимаю, это какой-то дрифт-корч добавили. Ух ты, фига себе, кстати, он неплохо, знаете ли, валит. И, по-моему, даже очень интересно. Кстати говоря, я помню также про серию про дрифт, которая тоже обещал, полностью которая будет посвящена дрифту. Обязательно, друзья, мы ее запишем. Только, знаете, вот у этой машины мне как-то непонятно, у нее... Она слишком резко срывается в занос, но, в принципе, она как-то интересно рассчитана под дрифт. Под дрифт, блядь, я пиздец пробил колесо, но... И, блядь! Ух ты, красиво. Красиво. Еще устоял на колесах. Слушайте, нормально такой корж добавили, мне нравится. Так, тихо. Он фургон разнес. Он заебись, блядь, чувак. Так, нам, правда, нужно бы в город выехать. И знаете, наверное, я сделаю вот так вот. Мы сейчас с вами... Так, да, что... Что, блядь, при... Что... Тихо, подождите, блядь. Что происходит? Во, заебись. Так, о, вот сюда, малыш, вот сюда. Ну, не ты, правда, но мы сейчас тебя заменим обратно. Слушайте, ну, какой-то такой демон своеобразный, мы на нем подрифтим. Давайте лучше, когда у нас будет серия посвящена полностью дрифту, а вот сейчас, пока я умею управлять этим более-менее дрифтовым именно 200BX, 200SX, мы лучше вальнем на нем здесь. Так, вот это мне более знакомое управление. Слушайте, ну, конечно, тут понаваливать-то и негде. Но я, правда, там гоночные треки установил, так что, в принципе, серию по дрифту можно будет легко... Ух ты! Ну, блядь, немножко уголок запорол, а так, в принципе, неплохо, так. Бля, еще бы, если бы трафик был, было бы заебись вообще. Но это я не знаю, как даже организовать, надо кучу ботов сюда. Так, попробуем. О! Не, только не бордюр. Фух, лучше так. Лучше так, потому что это все опасно. Такие чисто, знаете, квадратные перек... Колесу плохо сейчас. Нет, здесь слишком узко, мне кажется. Но, в принципе... Из-за того, что заднее правое колесо деформировалось у нас происходит полная хуетень с управлением, честно говоря. Я не знаю, вам чувствуется это или нет. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Что? Это наёб! Это наёб был! Что такое? Меня наебали, как не знаю кого. Что это было вообще? Я думал, пизданусь об этот. А там, блядь, вода сразу. Ну, как бы это жестко. Да, друзья, здесь слишком много бордюров, и, знаете, вот после встречи с ним происходит это. Поэтому, да, лучше мы, как я и обещал, полностью посвятим нормально серию дрифту. Вот так вот будем наваливать с вами. Кстати, здесь колесо может покрышка лопнуть от того, что ее перегреть? По-моему, такого еще не добавили, насколько я помню. Довольно красиво получилось сейчас. Так, ладно. Давайте сейчас до первой аварии. Я думаю, что она, правда, произойдет не быстро. Припарковался, какие вопросы, я не понимаю. Никаких повреждений-то, в принципе, нет. Так. Нормально. Во-во-во-во-во, вот так. И сейчас прикалочка направо. Слишком дернул резко ручничок. Да, в BMG довольно сложно дрифтить, но мы будем пробовать. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Комментируйте, пишите в итоге, что вы хотите сильнее увидеть в следующей серии. Потому что идей еще много, много трасс. Ух ты, так и было запланировано. Меня пугают эти железные опоры моста. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, все, друзья, давайте. До новых встреч, пока-пока, скоро совсем увидимся в новой серии.